Всем привет, друзья! Всем очень рад. Магазин Светофор. Вот привезли нам такую Зину. Тетю. Гель для стирки 5 литров. 170 стирок написано. Гипоаллергенный. Биоразлагаемый. Гель для стирки. Так, и ценник. 242 рубля. 5000 миллилитров. Так, еще одна новиночка. Сушилка для белья напольная. Вот такой получается стеллажик. Кстати, очень даже симпатичный. Удобно и мобильно, универсально. Гипоаллергенные материалы выдерживают более 30 кг. Прочная конструкция. Размерчик указан. Вот так это будет выглядеть в собранном виде. Показано, как это все собирается. Так, и ценник 1484 рубля. Но тут написано до 40 кг. Еще одна новиночка. Вот такие стремянки привезли к нам. Металлические. Кстати, легенькие. Легенькие вполне. Двусторонние. Широкие. Стремяночки двусторонние, 71 сантиметр, 1448 рублей, 3 ступени, широкие ступени, я думаю, будет достаточно удобно. Еще один товар, который я хотел показать, в одном ролике я уже его показывал, себе купил, на дачу использую. Вполне работает нормально. 885 рублей 25 метров. Так, еще одна новиночка. Кастрюля Cook Mara. 1006 рублей, 4 литра. Очень мне понравился алюминий. Такой толстостенный. Выглядит очень... даже неплохо. Для тушения, я думаю, вообще класс. Ловчик какой-нибудь делать. 1006 рублей. С крышечкой симпатичной. И еще одна новиночка. Чайники. Привезли эмалированные. Лавендер написано, лаванда нарисована, и ценник 702 рубля за 3,5 литра эмаль. Дизайн рисунков в ассортименте. Так, посмотрим, что еще есть у нас тут. А есть еще клубники, клубники и клубники. Так, привезли перекись водорода, 3%, средство дезинфицирующее, 1000 мл, состав приближу максимально, кому интересно, почитайте поподробнее. Ну, перекись, она и в Африке, перекись, я думаю, 122 рубля 90 копеек. Так, привезли шампунь. Новая этикетка. Молочные протеины с керамидами. Увлажнение и питание ваших волос. Для всех типов волос. Защита цвета 1000 мл. Так же, как и многие светофоровские шампуни. Но это такой вот непрозрачный. Керамиды – это натуральный компонент и первая помощь для ваших волос. Написано. Город Воронеж изготавливает. На рисунке 95 рублей 80 копеек. Так, отличная новиночка. Вот такие жилетки, кстати, вполне себе неплохо сделаны, и ценник дешевый. Всего 333 рубля.
Размеры указаны. Утепленный, стеганный, размеры 34, 56, 78 и так далее. Разная подстежка, разные цвета, есть зеленый, есть розовый. Ну, мне кажется, дешевле редко, где сейчас можно найти отлично. Так, еще одна новиночка. Вот такие канистры с воронкой. 10 литров комплект. Канистр 10 литров и воронка 135 миллиметров. Предназначен для транспортировки и хранения непищевой продукции различного назначения. Ну, все знаем, что можно хранить в канистрах. И ценник 296 рублей 90 копеек. Пластик. Так, новиночка. Таким орнаментом у нас контейнеры для сыпучих продуктов. Литр 75. Бытовой пластик. Бамбук нарисован. И вот так открываются у нас крышечки. Так, отлично. Вновь начали привозить салфетки влажные, детские, ромашки. Постоянно их брали, 120 штук. Небольшие салфеточки, не спиртовые. И дешевые, и надолго хватает. Без спирта, мягкий материал, 0+. Ценник 36 рублей. Замечательно. Так, и привезли вот такие дезодоранты Soft Touch Arca for Women Violet, не содержит парабенов, силиконов, солей и с красной крышкой Romance. By for Women. By for Women 93 рубля 50 копеек. Дезодорант спрей женский. Всем удачи, до встречи, пока.